на финишной прямой остался всего лишь месяц. Вы должны работать на пределе своих возможностей. Только так вы можете получить свой результат. Надо в школе. Нужно до утра все сказать, а долго нет. Че, понос получилось, все? Да она вообще не танцует. Успокойся. А сейчас мы не будем танцевать. Я не хочу ты танцевать. Меня не должна отвлекать эта фигня, на которую мы не можем повлиять. Надо действовать здесь и сейчас. Кто мы больше? Спортсмены или артисты?